Так, всем привет. Ну что ж, продолжаем делать попытки стримить кораблики. Это у нас уже третья попытка. Уже максимально уменьшили графику, видим по текстурам там все. Фу, графика не фонтан. Согласен. Анимация мелких объектов. Уменьшение частоты обновления ГУИ. Что за ГУИ? Давай попробуем вот так сделать. О, отключить после обработки, да. Это ж постобработка, она ж нафиг не нужна. Грузится. Ну что ж, для проверки записи я, наверное, запущу не обычный рандом, а бой с ботами. Точно не помню, как он называется, сейчас скажу. Капитана я так и не увидел еще. Хотя у нас по профилю должно быть знакомство с капитаном. Вот корабль где-то вот здесь вот должен быть капитан. Вот. Вот профиль, допустим. Вот четвертое задание мы выполнили. Закрыто вот. Зарабатывая опыт в боях, командир получает возможность изучать и использовать навыки, улучшающие характеристики корабля. При назначении на другой корабль для достижения максимальной эффективности необходимо пройти переподготовку. В период переподготовки эффективность изученных навыков снижается на 50%. Чтобы перейти к экрану навыков, нажмите на портрет командира на панели характеристик корабля. Давайте посмотрим. Я там тыкал везде, в принципе. Так и не нашел. Мы видим то, что там было нарисовано, но я не вижу. Не понимаю, артиллерия там, ПВО там. Где? Это. Клай. Так, кооперативный бой ставим. Так, мы еще, правда, не сбивали звезды. Так, боевые задачи. Следующая боевая задача. Одна будет через там двое суток. Вторая через сутки. Получите 50 тысяч побед. Но это случайный бонус. Давай назад, успеем. Нам графику просто настроить надо спокойненько. Вот вчера я понял, что звук здесь в настройках из-за звука, из-за вот здесь высокого качества звука у нас при таких объемных выстрелах все проседало. Так, ладно, тут в принципе все выстрелено, линейно это самое. Все вообще такое вроде низкое выглядит, довольно-таки неплохо. Супер красиво. Ну, довольно-таки достойно. Так, ну что ж, поехали.
Не проверил, пишет или нет. Должно писать. Ну, вроде пишет. 30 FPS показывает. То есть тут все нормально. В принципе, довольно-таки быстренько мы загрузились. Вот наш кораблик. Бой начинается! Аж, блядь, усраться можно. В принципе, вот как для записи сейчас графика достойная. Но это ж кооперативный режим. Здесь мы отрабатываем технику стрельбы. Две пушки, у каждой пушки по два ствола, это в принципе видно на цифре 1. А, разделение в скобочках идет разделение. В принципе, вот вторая пушка стала зелененькой, то есть она готова. Так, в принципе, то так-то пока все удобно. Сейчас мы еще не дошли до торпедоносцев, до эсминцев. Чекумас, корабли сволочь. Так, ну боты против нас, все боты, а вот они на точечке. Тут я, конечно, могу показать ветер. Кстати, мы попали в незавидную компанию. Он сейчас просто загасит. Так, а давай мы их с другой стороны обойдем. Корабли, конечно, поворачивают нереально, мне кажется, в тундре. А вот и начались проседания и лаги. Ну, честно говоря, когда запись отключаешь, это перестает происходить. Вот такие вот задержки. Какие-то, как объяснить. Так, не достаем. Как будто перегружается железо. Так, наводим сразу пушки сюда. Все, в принципе, готово для атаки. Скорость у нас где-то 19,5 узлов. Попробуем ББшечкой. Так, ну у нас пожар. Ну ты, блин, у него задняя пушка работает. Ты и передний. О, что это камеру дернуло. Три тысячи 170 у него, у меня 2800, и я горю. Неполадки у 1320. Так, один есть. Нелегко это было, почти полностью. Полностью почти загасли. Так. А вот у нас кораблик тут.
Сейчас я покажу вид так называемого. Промазали. Так, нас пытается загасить. Чуть-чуть попал. Ладно, ну вот сюда. Вот она, 9,7. Ай, долго летит. Вот это я попал. У меня остался один кораблик. Да, сильно нас пошмонало-то. Давайте посмотрим состояние корабля. Вот какие-то провисоны, вот я не знаю, что за фигня. Так. Попробуем убрать вот это все. Давай даже вот так. И посмотреть, что это изменит. Так, это перезагрузка пойдет опять. Ну ничего страшного. Кто такое? И когда увеличиваешь качество графики, то перезагрузка может быть дольше. А когда уменьшаешь, сейчас по-быстренькому загрузит, надеюсь. Если я никуда там еще не врезался. Да нет, мы просто победили, да? Так, ну что ж, предлагаю еще раз проверить. На этом же кораблике давай. В принципе, я сегодня выкачаюсь до 3-го уровня. Так, ну вот у них все боты, а у нас все игроки, в принципе. По названиям видно. Хотя там тоже краб. Краб Б. Море. Так, поехали. Начинается. Ну все, мы пошли в бой. Вот, пожалуйста, здесь. Ну, минимально же. Вот не нравится мне вот на перилах вот такое переливается. Вот, текстурки вот эти. А так, в принципе, что? Нормально все. Набираем скорость. Попробовать вот тут вот до этого острова и направо проскочить. Тут уже стрелять пытается. Ну, в принципе, много новичков в этом режиме. Все учатся. Кстати, если вручную по чуть-чуть поворачивать, не резко, то скорость не теряется. Вот, а тот имеет большое значение. То есть, если так хорошенько вильнуть влево-вправо, вот смотрите, сделать какие-то маневры, вот мы уже три узла уже потеряли. Ну, вот этого товарища мы видим. Выворачивается.
он готовится по нам стрелять. Здесь мы ему повредили. Хорошо, почти на 2000 он всосал. Так, определяем, куда он плывет. По-моему, встал. Делаем разворот. Идет все равно подлагивание какое-то, подтормаживание. Но это хотя бы более-менее похоже на запись, а не на лаги. Попал, хорошо попал. Так, справа нас лупят. А, вот этот кораблик. Восемьсот. Почему 800? 600. Давай, давай, давай. 600. Вражеский крейсер потоплен. Сейчас наш может быть потоплен. Бля, ну зато он полный ход дает, да, такой? Ого, это вот 33 тысячи. По 600 выбивает-то. Это не так-то уж и много. Щет. Сейчас вот этого доберем. А там лупят чем-то таким матером. Ну что у них за кораблики там? Блин, не стоит посмотреть. Эрие. А у нас. А у нас ханшидаты. Так, меняем тип снарядов. В принципе, один здоровяк у них, Кавачи, остался. Кавачи здоровая такая фигня. Так, и добирать нам его придется одному, наверное. Thank you.
990. Маневрирование. Противника уничтожен. Так, ну получили неплохо таки. Как мы вообще построили? Ну, мы почти первые по опыту. Вот у нас был Ковач, он что-то вообще не настроил. Надо, кстати, посмотреть, что это за Ковач такой. Скорее всего, это японец. Да, Япония. Ковачи. Вот он, да, третьего уровня. Стоит он 335 тысяч. Дублонов этих, серебра или что-то. Кредиты, дублоны. Кредиты, кредиты. Ну ладно, назовем его серебром. Так. Плохо вот эти стрелочки серенькие, плохо прорисованы. Немножко непонятно, как на какую ветку идти. Переходных, я смотрю, тут нету. То есть вот это основной корабль. И вот еще Тенруя. Бак атаки. Суказа. Миниказа. Мицуки. Хочу Шару. Фубуки, Кагеро и Шимаказа. Это тип эсминцев, да? Вот. Вот как можно тут что-то прочитать? Ну сделайте его, блин, нормально. Не читаем уж. Некомфортно. Дредноут, линкор. Аврора — это крейсер. Да? Крейсер. Вот с торпедами интересно, что это крейсера или где? Линкоры. Кстати, выучили Самсона, что ли? Ну, я не знаю, сколько у нас есть. А, 473. Честно. Ну ладно, поехали. А теперь проверим. Там золотые трубы, а тут обычные. Хочу себе золотые трубы. Теперь попробуем выполнить боевую задачу. Я пока за чайком схожу. Начинается. Так, ну чё мы там, уже давно можем плыть.
что ж, флаг развивается, дым идет, пушки поворачиваются. Так, а вот это интересный корабль, кстати, я вспомнил. Им можно отражать атаку по кругу. Если только как-то можно было пушки стопорить, чтобы они были уже наготове. Мне не приходилось их доворачивать постоянно. То есть одни смотрят влево, одни вправо. Так, там кораблик есть. Ага. Трактор. Помнится мне один экстрактор. Так, кто-то. А, он пустил торпеды куда-то. Скорость хорошая у него. Честера этого. ПС, вот можете заметить, прыгает от полтинника, он до десятки может упасть. Силы противника на горизонте. Это как бы не есть хорошо. Можно попробовать вертикальную синхронизацию поставить, чтобы она как-то успокоила. Так, ну там дядьки большие, 22 тысячи. Так, и мы не достаем, да, дальность у нас 9,3, я вижу, да, 9,33. Дальше не могу. Не достаю я. На кнопки надо нажимаешь, выйти с прицела не выходит. Вот он. Вот этого достаю. Так, разворачиваем кораблик. Торпеды. Где торпеды? Вон они. От моих же, блин. Так, вот пришла моя очередь получать пиздюлину. Я еще так застрял охуенно.
Бля, вот он исчезает. Где он делся? Исчезает. Торпеды слева по борту. Не, ну вот это уже. Я не вижу, откуда они стреляют. Вот это уже. Вот это уже не тема. Из-за дымовой завес я их не видел. Может быть, да. Может, я менее знаком с игрой. Так, что у нас вообще по сетапу было? Половина двоек, у них половина троек. Ну, в принципе, все по-честному. Да, вот такие вот лаги жесткие. Такая вот боевочка. И что там в настройках можно включить? Сейчас я температурку гляну. По-моему, дело не в температуре. Хотя нет, 49 градусов. Ладно, на этом я закончу третий наш неудачный стрим. Может быть, как-нибудь настроим. Всем пока.